Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня я пойду гулять одна. Вот, Димочка пошел к бабушке. Вчера я его отвела к бабушке поздно вечером. Вот, снимать я не стала, потому что было темно, не знала, как там эта камера запишет все это. Посидели мы с моей мамой, поболтали, Дима поиграл. Вот. А сегодня день я отвела еще, потому что хотела поехать за комбинезоном Диме на зиму. Но потом что-то с утра подумала, стоит ли тратить деньги. В принципе, у него есть зимняя куртка и есть штаны. Я просто думала, зимние они или нет. Когда я покупала, я уже не помню, говорили они зимние или нет. Вроде бы там можно зимой ходить. Вот, ну, подумала потом, думаю, ладно. В принципе же у него есть. Думаю, что смысл сейчас тратить деньги. Решил не ехать. Вот, поскольку ехать было далеко, то есть магазин далеко находился, поэтому я Диму вчера отвезла, чтобы поехать за комбинезоном. Вот. Ну и поскольку ехать мне теперь не пришлось, вот, и сегодня я пойду гулять. Вот, то есть мне надо кое-что там купить, по магазинам пройтись. Ну, больше нет, не шопинг это сегодня будет, а больше продукты, наверное, такие, которые с коляской зайти сложно. То есть на рынок вот зайти с коляской очень сложно. На одном рынке ступеньки слишком такие, по которым коляску тяжело поднять достаточно. На другом там двери слишком прям, того гляди прищемит, там пробегаешь как мышка через них, пока она открыта. То есть сложно. Ну и потом рынок же, это все болезни, вирусы сейчас тем более уже, они, наверное, начинают появляться. Вот. И, наверное, я потом в одно еще место зайду и пойду, наверное, в Гудок. Там немножечко погуляю, похожу. Вот, там мне тоже надо зайти, у меня бонусы в детском мире. И, наверное, эти бонусы мне тоже надо потратить, пока они не сбежали от меня. Потому что вчера я заходила в Ситилинк, у меня там были 211 бонусов. Я думаю, вспомнила, думаю, у меня же там бонусы есть. Надо потратить. А мне наушники нужны, у меня наушники ломаются. Прям звук периодически пропадает, и все меньше и меньше, ну, тише, тише становится звук, тише. Когда-то они прям вообще так орали, там, ну, им уже больше 10 лет. Лет 15, наверное, уже этим наушникам. Ну, вот, думаю, это... Хотела заказать, думаю, наушники на эти бонусы. А фиг тебе. А бонусы пропали, оказывается. Все, ноль. Вот, я посмотрела, последняя покупка была там года два назад. Вот, то есть, ну, в принципе, уже все есть, но вот мне нужны, я выбрала одни наушники. Вот, ну, вот они нужны. Пока что... А, я решила вот Черной пятницы дождаться. Черная пятница как раз будет в ноябре, в конце ноября, с 28 по 30, что ли. У меня там на рабочем столе записано. Вот. Ну, как раз до этого времени, может быть, это чуть-чуть какая-то скидка появится. Я их положила в корзину в надежде, может быть, подешевле они там в корзине потом. Ну, обычно так на Озоне бывает. В корзину положишь, а потом тебе выскакивают через пару там дней, недель, допустим. То, что раз твой предмет, ну, вещь твоя, она раз подешевела. Вот, там на 300 рублей, на 400, то есть это... Удобно, но на Озоне на 3500 покупать это проблематично, когда ты покупаешь мелкие вещи и получается, что ты там набрал, допустим, на 2000, и тебе надо еще на 1500 набрать, а уже не знаешь просто, что купить, уже у тебя все есть. Уже не надо ничего, лазишь просто по всему Озону, ищешь, находишь, залазишь в свою корзину, и тут получается, что половина вещей, пока ты там искал, они исчезли, они уже их купили. И опять начинаешь искать, что-то искать подобное, не можешь найти, не нашел, ждешь, залазишь, появишь. Ну, короче, вообще там, блин, ну, не знаю, лично у меня так, кто покупал на Озоне, скажите, как у вас. Да, тут, кстати, у нас картина Димина. Это вот в клубе он делает, а это вот мы с ним занимались. На него, кстати, отдельный ролик есть. Вот. И вот тут моя картина есть еще. Свою картину я решила повесить. Нам вот, кстати, по-моему, я ролик делала. Трубы нам поставили наконец-то. И здесь была другая картина, просто там какая-то покупная. Вот, я подумала, а что мои картины не висят?
Почему они не висят? Надо вешать. Вот, довольно красиво. Ты приходишь к Диме в комнату, обращаешь внимание на свою картину. Ну, конечно, она мне не очень нравится, если честно. Как-то я перестаралась или недостаралась. Как-то можно было. Кстати, я рисовала во время беременности, и потом она... Такой был запах, как будто рыбы какой-то, и мне прям было очень противно. Я помню, токсикоз у меня был очень сильный. И вообще она там пока сохла, я чуть с ума не сошла. Вот. Потом в итоге я выставила на балкон, она там на балконе досыхала. Я уже на балкон перестала выходить и открывать двери. Думала, будет краской пахнуть, а мне этот запах краски показался как селедки какой-то. Ну, бывает такое. Вот. У нас вот так вот Димочка, да, там у бабушки. А я уже, в принципе, смотрите, уже оделась. У меня такая кофта, кстати, она новая. Я ее покупала во время беременности и потом хотела ее продать. Продать что-то. Я пыталась ее продать за ту же самую цену, которую купила, потому что она была с ценником. Вот, у меня не получилось, я ее оставила. А в итоге в этом году, да, я разгребала свой гардероб. Вы помните, кстати, вместе с вами разгребали, собрала огромный мешок ненужных вещей. Вот, и все просто отнесла на помойку. И там как раз была кофта зимняя в прошлом году, которая ходила, она уже растянулась, вязаная была. Хотя надо было ее просто распустить, эту вязку, и все. Не знаю, что-то я не догадалась. Ее, по-моему, выкинула. Или оставить как домашнюю. Иногда очень холодно становится. Вот. И в этом году вот я хожу в новой кофточке, не зря я купила. Обычно у меня, когда лежат долго вещи какие-нибудь мои, я всегда говорю, жизнь длинная, пригодится. И они лежат. Вот. Особенно с обувью у меня вообще проблемы. Она, блин, я вот, знаете, сапожки, сейчас я там буду одеваться, я вам потом покажу, по улице будем идти с вами. Сапожки эти, на них мода уже прошла, но они, дырки не появляются никак, ну никак. Я ношу их уже больше 5 лет. 6 лет, наверное, я ношу. Ну, никак они не изнашиваются вообще абсолютно. Я думаю, когда же там дырки появятся, чтобы купить новые. И выкидывать как бы их жалко, они вроде как новые. Ну, как новые, на вид-то новые они. Хотя надо посмотреть, наверное. Может быть, и не новые. Может, там дырки. А то у меня так, знаете, перчатки были. 10 лет, наверное, носила эти перчатки. А потом в какой-то момент говорю Жене, вот, говорю, смотри, у меня перчатки. Вот они кожаные, самые дешевые. Там еще... Много-много лет назад я покупала их. Говорю, видишь, они вот как новые. И буквально неделю через две я замечаю, что они потрескались. Сверху, вот тут вот на этой вот стороне. Там прям такая красивая кожа была, глянцевая такая. Она просто всегда потрескалась. И я думаю, наверное, я до этого не замечала просто, что они действительно уже начали трескаться. Все-таки там 10 лет это много. Вот. Пришлось выкинуть, жалко. Поэтому я думаю, сейчас, может быть, тоже надо... присмотреться немножко. Вот. Ну ладно. То я сейчас все 10 минут с вами проболтаю. Придется мне ролик разделить на 5 частей. Все, давайте, пойдем я. Пойду, вернее, я. Пойдемте, да, вместе со мной гулять. На улице дождь, на улице хорошо. Пойдемте. Вот я пришла. Загорелся красный цвет. Люди остались там. Дорога. Кстати, церковь немного. Шутку. Там большая у нас церковь. Здесь у нас восточный магазин. Ой, господи, восточная сказка. Ну да, магазин. Сейчас я пойду туда. Дожду светофор. Здесь очень большая дорога. Не стала я переходить. А вот, пошел светофор, появился. Здесь красный. Там зеленый. Очень длинная дорога, поэтому решила подождать. Да, Троицкий. Ну да, Троицкий рынок здесь. Тут, кстати, кафешки. Люди кушают. Пойдем сюда.